5 самых опасных черепах и ящериц. На 5-м месте расположилась каймановая черепаха. Обладая относительно небольшими размерами до 35 см и массой до 14 кг, в отдельных случаях до 30, черепаха представляет серьезную опасность для человека. Трогать черепаху руками категорически не рекомендуется, иначе рискуете остаться без пальцев. Свой мощный клюв черепаха пускает в ход без лишних мыслей. На 4-м месте нильский варан. Самцы этих ящериц могут достигать 170 см и иметь массу до 10 кг. При этом длина хвоста составляет 2/3 общей длины тела. В рацион этого монстра входят как насекомые, так и небольшие млекопитающие, в том числе и домашние кошки. Несмотря на потенциальную угрозу, которую представляет этот варан для человека, некоторые люди заводят их в качестве домашних питомцев. На следующей ступени в нашем топе находится полосатый варан. Это самый водолюбивый из рода варанов. В редких случаях полосатый варан может достигать длины около 3 метров. Взрослые вараны имеют широкий рацион питания, в него входят даже обезьяны и мелкие олени. В силу этого несложно представить, какую угрозу несет в себе эта ящерица для человека. Второе место по праву достается грифовой черепахе. Помимо устрашающего вида, эта черепаха имеет достаточно мощную пасть для того, чтобы перекусить черенок для лопаты. Я думаю, многие из вас уже знакомы с популярным видео, где какой-то азиат скармливает своей аллигатора-черепахе всякую хрень, в том числе арбуз и ананас. Для грифовой черепахи нет проблемы перекусить человеческую ногу, руку или даже голову. Самая большая черепаха этого вида находится в зоопарке Чикаго, и ее масса составляет 107 кг. На 1-м месте расположился комодский варан, он же дракон острова Комодо. При своих исполинских размерах варан способен охотиться на кошек, коз и даже буйволов и лошадей. Самая крупная зафиксированная особь содержалась в зоопарке Сент-Луиса и имела длину 3 метра и 13 сантиметров при массе 166 кг. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх и оставлять комментарии к видео. До новых встреч!